нереально. Больше я не унесу. Нет места. Ничего не могу. Нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места.
слышала? Я ничего не слышу. Вот именно. Она рядом. Она? У меня нет столько мест. Эбби, можешь мне помочь? Что-то сломалось. Стой, ты что? Та Лара? Крофт? Да. Я узнала тебя по фото. Что ты здесь ищешь? Я решаю загадку. Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змеи в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере 4 столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Ты говоришь, кто-то пропал? Да, Изабелла. Она тоже в нашей экспедиции. Я заглянул к ней после подземных толчков, но палатка была пуста. Спроси у Ману. Он, наверное, сказал ей, где искать Эльдорадо. Это не шутка. Мы поссорились вчера вечером. Сильно. Прости, Гильермо. Я не знала. Продолжай. Вы поссорились? Не хочу лезть не в свое дело, но... Все нормально. Мы почти год были близкими друзьями, и мне кажется, оба были готовы к чему-то большему, но никто не затрагивал эту тему. Иса и Сара часто не ладят. Прости, Сара, это так. Потому что Сара считает, что в команде не место всяким мечтателям, а Иса обожает древние мифы о тайных храмах. Я часто оказываюсь между двух огней. Эти истории не могут появляться из ниоткуда. Даже если большая часть и выдумка, зерно правды все равно есть. Иса тоже так думала. В любом случае, здесь живет слепой старик по имени Ману. Он знает уйму таких рассказов. Он убедил ее, что где-то рядом есть тайный склеп. Вчера вечером она уговаривала меня пойти и найти его. Я отказался, и мы снова начали эту старую ссору. В итоге она назвала меня скучным трусом, а я ее наивной девчонкой. Она убежала. Да, со словами «я докажу, что все твои скептики ошибаются». С утра я слышал толки, будто ночью она осквернила кладбище. Тогда я начал ее искать. Когда понял, что ее нигде нет и никто не знает, где она, я начал нервничать. Что, если она пошла искать склеп и с ней что-то случилось? Я никогда себя не прощу. Ладно, оставайся здесь на случай, если она вернется или будут какие-то новости. А я пойду искать Изабеллу. Начну с кладбища. Правда? Если честно, я тоже интересуюсь этим склепом. Она уже отняла у меня достаточно времени, Гильермо. Я знаю, она тебе нравится. Дело. Не в этом. Дело в нашей общей вине. Больно, Гильермо. Лара, ты что-нибудь нашла? Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть склеп. Встретимся там. У меня нет столько места. Мой отец привез нас сюда, когда я был маленьким. На каникулы? Сейчас
Ты пришла в миссию за спасением или за ее тайнами? Я не знаю. Наверное, и за тем, и за другим. Ждать, пока жизнь раскроется перед тобой. Роскошь, доступная только юным. Когда-то я такой была. Плыла по течению. Так ты попала сюда? А? Отчасти. Отчасти. Могу я дать тебе небольшой совет? Сделай выбор. Пока его не сделали за тебя. Ну, хватит лезть не в свое дело. Что-нибудь купишь? Отлично. Тебе точно понравится. Как нас обоих устроит. Тебе точно понравится. Так нас обоих устроит. Тебе точно понравится. Так нас обоих устроит. Приятно иметь с тобой дело. Не знаю, как это объяснить, но тебе не кажется, что мир здесь как будто тоньше? Как будто это всего лишь занавес. И если его поднять, можно очутиться в раю. Пойдешь на кладбище, будь осторожна. Там живет ведьма, и она любит превращать всех в лягушек. Я буду очень осторожна. Знаешь, мне кажется, Бог раз в несколько лет насылает... Ничего себе, какой у тебя лук. Ты охотница? В миссии нужны охотники. Еще до землетрясения у нас в округе развелись волки. Я боюсь детей на секунду от них оставить. Больше я не унесу.
Эти дети такие бодрые. Мне надо перевести дух. Не говори сестрам. Иногда ей сама не прочь себе настроение поднять. Мне кажется, Бог раз в несколько лет насыпал. Склеп. Почему тайный? Если тут замешан Лобос, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру. На 7 шагов ближе к Богу. Кто знает, может пригодиться. Однажды кто-то сказал, что если хочешь узнать город, посети его кладбище. Не знаю почему. Кладбища везде одинаковые. Нет места. Ничего не могу взять. Придумали, что я ведьма. Тоже мне. Простите? Я травница, и мое ремесло, увы, незаслуженно отвергнуто современной медициной. А бабушка вот этого мальчишки была лозоискательницей. Люди не хотят видеть того, что у них прямо под носом. Некоторые боятся увидеть то, чего не смогут понять. Ха, говоришь, как Иса. Изабелла? Археолог? Вы ее знаете? Умная девочка. Хорошая исследовательница. Не боится признавать, что есть что-то, чего она пока не знает. Это она сломала крест, пыталась на него залезть. О чем она только думала? Я пыталась ее остановить, но она была так расстроена, одновременно и зла, и опечалена. Вы знаете, где она? Я ее ищу. Не знаю. Когда крест сломался, она куда-то убежала, но я не видела, куда. Она была в таком состоянии, что я решила не лезть к ней, не обессудь. Все в порядке. Вы мне и так помогли. Вам помочь с крестом? Да, но сначала нам надо прогнать отсюда этих ребятишек. Опасно им тут бегать, пока мы работаем. Этот слепой обманщик нагородил им чепухи про сокровища, и они решили, что я хочу его украсть. Поговорю с ними. Придумай что-нибудь, чтобы увести детей отсюда.
Уходи! Это наше сокровище! Уже так поздно. Может, отложить охоту на завтра? Нет, мы не уйдем, пока не найдем его. Будем спать тут, если что. Надеюсь, до этого не дойдет. Я могу вам как-то помочь? Нет, мы же сказали, сокровище наше. Мано сказал, если мы его найдем, можем оставить себе. А жаль. Сестры сказали мне, что вы не жадины. А я очень много знаю про охоту за сокровищами. Ты знаешь сестер? Она всем разболтает. Если будете молчать, я никому не скажу. У меня тоже есть секрет. Я бесстрашная авантюристка Лара Крофт. О! Мы не скажем. Можешь нам помочь. Если найдешь, поделим поровну. Договорились. Что вам нужно? Ману сказал, чтобы найти сокровище, надо решить загадку. Умеешь разгадывать загадки? Я профессионал. Говори. Мой запас возьми с собой. Плач небес, напиток мой. Без меня мертвы поля. Кто же я? Как нам поднять это, пока они лезут под руку? Ты все разгадала? Однажды кто-то сказал, что если хочешь узнать город, посети его кладбище. Не знаю почему. Кладбища везде одинаковые. Ну, может, некоторые более строгие, с ровными рядами, а некоторые похожие на это. Стихийные, естественные. Скажи, как будешь готов. Ману сказал, чтобы найти сокровище, надо решить загадку. Мой запас возьми с собой. Плач небес, напиток мой. Без меня мертвы поля? Кто же я? Как нам поднять это, пока они лезут под руку? Там что-то есть. Оно где-то здесь. Перит и бижутерия. Но дети будут в восторге. Ты что-то нашла? Разумеется. Смотрите. Мы богаты. Погоди, погоди. Мы договорились делить поровну, так что... Оу, нет. Я не могу взять ваше сокровище. Уверена? Конечно. Я понял это, как только увидел тебя. Я сказал, вот настоящий герой. Ну что вы, это ерунда. Любой нормальный человек поступил бы так. Спасибо, что нашла сокровище. Надо показать его Ману. Не знаю, как тебе удалось прогнать Диего и всех остальных детей, но спасибо. Теперь за работу. С чего начнем? Вот сюда. Спасибо.
Спасибо за помощь. И надеюсь, ты найдешь Ису. Я беспокоюсь за нее. Интересно, зачем Изабелла пыталась залезть на крест? Может, что-то на кресте укажет мне, куда пошла Иса? На нем есть надпись. Посмотри сквозь меня и найдешь путь. Интересно, зачем Изабелла пыталась залезть на крест? Однажды кто-то сказал, что если хочешь узнать... Вон следующий крест. Вижу еще один. Нет места. Ничего не могу взять. Вижу еще один. Вон следующий крест. Оно где-то здесь. Стоп, там что-то есть. Есть! Эй! Изабелла, ты там? Нереально. Изабелла! Внизу! Ничего не могу взять. Вот ты где. Да. Кто ты? Гильермо послал меня на поиски, он за тебя волнуется. Бедный Гильермо. Наверное, его грызет чувство вины. Думаю, мы оба были правы. Здесь был тайный склеп, и я, правда, как-то не так себе его представляла. А как ты поранилась? Когда начались толчки, я была на веревке. Меня ударило о стены, веревка порвалась, и я сильно ударилась об воду.
Кажется, лодыжка сломана. Чтобы тебя вытащить, придется сходить за подмогой. Одному тут не справиться. Что смешного? А можешь взять Сару? Хочу видеть ее лицо, когда она поймет, что одна из тех удивительных сказок Ману оказалась правдой. Я поручу это Гильермо. Думаю, я не смогу выйти тем же путем, каким попала сюда. Поищу другой выход. Скоро вернусь. А я тогда буду здесь. Это я. Нет места. Ничего не могу взять. Должно быть, я на верном пути. Воздух становится свежее. Не дразнись. Я всю ночь провела в склепе. Изабелла, я вижу свет. Скоро мы тебя вытащим. Ты просто чудо. Спасибо огромное. Нет места. Ничего не могу взять.
Скажи, что Изабелла в порядке. В порядке, только поранила лодыжку. Придется вернуться и помочь. Нет, я не могу больше тебя беспокоить. Кроме того, Сара сказала, у тебя без нас полно важных дел. Давай теперь об Иссе позаботятся ее друзья. Чтобы ее вытащить, нужна пара людей и много веревки. Я сейчас же всех соберу. Где ее искать? Перейди через реку по главной дороге и следуй за крестами. Что? За крестами? Она что-нибудь нашла? Она нашла склеп, о котором говорил Ману. Она что? Это потрясающе! Я так счастлив за нее. Я должен был пойти с ней, мне так жаль ее и ее лодыжку, но все равно это то самое приключение, о котором Исса мечтала. Она спросила, не может ли Сара тоже прийти и помочь ей. Отличная идея. Я об этом позабочусь. Кстати, насчет Ману и его сказок. Если ты что-то хочешь тут найти, тебе стоит с ним поговорить. У Исса же получилось. Он обычно вещает у миссии. И спасибо тебе еще раз, что нашла Изабеллу. Не знаю, что бы я делал, если бы не... Просто верни ее домой. Привет. Лара, спасибо, что отыскала Изабеллу. Добрый день. Смотри, что у меня есть. Тебе точно понравится. Приятно иметь с тобой дело. Ты, наверное, Ману? Кто это? Кто здесь? Та, что нашла сокровище. Это правда? Ну и ну. Что я могу для тебя сделать? Я слышала, как ты рассказывал детям про руины Майя. Наконец-то. Хоть кто-то меня слушает. Что ж, ты был прав насчет крестов. Они привели в тайный склеп. Ха! Я так и знал, так и знал. Кто слушает старика Ману, а я был прав. Это верно. И я думаю, насчет руин Майя ты тоже не врешь. Я слышу что-то в твоем голосе. Жажду открытий. Жажду найти что-то. Увидеть место, которое никто не видел сотни, тысячи лет. В них действительно есть что-то захватывающее, да? Удивительное чувство. Мое сердце до сих пор колотится от запаха пыли. Эти современные люди, так называемые реалисты, они закрывают для себя чудесные возможности. Они даже не представляют, что мне довелось видеть. Ах, если бы я мог еще раз это увидеть, хоть разок. Возможно, я могу стать твоими глазами и увижу эти руины Майя. Может быть, да. Ты помнишь, где находятся руины? Так, где они были? Я помню озеро, куда стекали три водопада. Хотел бы я сказать точнее, но прошло столько лет. Думаю, я смогу найти их. И когда найду, то вернусь и все тебе расскажу. Если бы ты смогла это сделать, прикоснуться к истории, я бы так... Ни слова больше, Ману. Я их найду.
Нереально. Больше я не унесу. Боже, чем это пахнет? Под водой может быть проход. Надо осушить комнату. Надо осушить комнату. Это один из обезглавленных богов загробного царства? У меня нет столько места.
подняться наверх. Надо подняться наверх. Пираньи питаются трупами. Надо подняться наверх. Подняться наверх. Надо подняться наверх. Надо подняться наверх. Надо подняться наверх. Подняться наверх. Надо подняться наверх. Подняться наверх. Надо подняться наверх. Подняться наверх.
Ворота все равно закроются. Надо подняться наверх. Надо подняться наверх. Подняться наверх. Подняться наверх.